Представители Московской Смоленской дистанции пути РЖД напоминают жителям и гостям муниципалитета о необходимости строгого соблюдения правил безопасности поведения на железной дороге. В сентябре произошло уже 4 смертельных случая. Очередная трагедия произошла 22 сентября на станции Голицыно. В 23:40 при выходе из электрички между платформой и вагоном упал пассажир. Локомотив продолжил движение. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.